О, нет! На стройке пожар! Вот это да! Спасательная бригада уже здесь! Скорее, ребята! Билли, Эдна, вы в порядке? Не волнуйтесь, друзья, помощь уже в пути! О, нет! Из-за аварии на дороге огромная пробка! Как вы доберетесь до стройки? Матильда знает, как освободить путь. Какой беспорядок! Пора трансформироваться и помочь Матильде. Спасательная бригада, давайте распределим задачи. Фрэнк, Дэйн все еще на стройке, тебе нужно его спасти. Эмбер, проверь, все ли в порядке с Билли и Эдной. Полицейские, вам нужно организовать дорожное движение. Давайте сделаем это. Отличная работа, друзья. Так держать. О, нет, Эдна и Билли слишком тяжелые для Эмбер. Ты можешь помочь Эмбер? На старт, приготовься. Давай! Отличная работа. Теперь давай вернем на место Билли. Билли и Эдне нужна медицинская помощь. Эмбер, ты знаешь, как им помочь? Замечательно. Билли и Эдна чувствуют себя намного лучше. Смотри, Фрэнк помог Дэйну выбраться. Но сам застрял в огне. Фрэнк вон там. Фрэнк не может сам справиться с таким большим пожаром. Берегись! Это было опасно. Давай объединим усилия и выберемся вместе. Потрясающе, ребята. Пожар слишком большой, чтобы тушить его вдвоем. Но кажется, у вас есть кому помочь. Все готовы тушить пожар. Пришло время бороться с огнем. Отличная работа, друзья. О, нет, кажется, в автомобильном городе случилось что-то еще. Давайте, ребята, когда вы вместе, ничто не сможет остановить вас. Сегодня в автомобильном городе шоу «Монстр траков». О, нет, Марли заболел и не может выступать. Не переживай, Марли, у Тома есть робот, который тебя подменит. Робот выполняет свой первый трюк. Упс. Робот вышел из-под контроля. Тому нужна твоя помощь, супергрузовик. Берегись, Уолтер. Робот-монстр трак вышел из-под контроля. О, нет! Робот делает трюки на улицах! Уолтер в опасности, супергрузовик! Пора трансформироваться!
Монстр Трак, давай спасем Уолтера от робота! Уолтер, посторонись! Здорово! Ты теперь в безопасности, Уолтер! Мне кажется, робот думает, что ты вызываешь его на поединок, супергрузовик. О, нет! Робот собирается выполнить еще один трюк! Монстр Трак, остановись! Какой беспорядок! Супергрузовик не будет играть в твои игры. Не на улицах! Отличная работа, супергрузовик! Робот огорчился, но это его не остановило. Робот направляется к разведенному мосту. Он же так упадет! Мост — опасное место, не стоит делать здесь трюки! Осторожно! Он сейчас упадет в канал! Роботу нужна твоя помощь, супергрузовик! Пора воспользоваться СТ-3000! Телекинетический луч поможет тебе переместить робота. Но сначала поставим снова его на колеса. Замечательно! Давай отвезем робота обратно к Тому, чтобы он его починил. Том, давай починим робота и снова приведем его в чувство. Не волнуйся, робот. Том поправит твои колеса. Робот снова готов выступать. Марли чувствует себя уже гораздо лучше и готов начать соревнование. Супергрузовик, не желаешь сразиться в соревновании с Марли? Конкуренция невероятная! Давай посмотрим, что ты можешь! Кажется, у нас есть победитель! Матильда! Робот Матильда! У вас срочный вызов! О, нет! Кому-то нужна помощь! Отличная идея, девчонки! Робот Матильда поможет плачущей машинке, а Матильда позаботится о вызове. Это доктору Зигу нужна помощь? Осторожно, робот Матильда, это ловушка! О, нет! Доктор Зиг контролирует ее разум! Осторожно, супергрузовик! Разум робота Матильды под контролем Зига! О, нет! Робот Матильда толкнула Скайлера, и теперь он увяз в бетоне! Мы разберемся с роботом Матильдой позже. Сначала вытащим Скайлера из бетона. Бур! Превосходный выбор, чтобы разбить бетон! Молодец, супергрузовик! Скайлер теперь в безопасности! Что это было? Супергрузовик, скорее, теперь Уолтер в опасности! Во!
Уолтер, это сделала робот Матильда? Тебе нужно остановить робота Матильду до того, как пострадают другие машины. Ты что-то заметил, супергрузовик? Это доктор Зиг. И у него пульт от робота Матильды. Супергрузовик, тебе нужно уничтожить этот пульт, прежде чем пострадают еще жители города. Что ты делаешь, супергрузовик? Ты уезжаешь? Я знал, что ты не убежишь и не оставишь друзей в беде, супергрузовик. Я понял. Ты просто хотел напугать доктора Зига, чтобы он выронил пульт. О, нет. Что случилось с роботом Матильдой? Она потеряла управление. Супергрузовик, тебе нужно ее остановить. Я думаю, в этот раз тебе не помешает СТ-3000. Отличная идея! Ты сможешь остановить робота Матильду с помощью троса! В яблочко! А теперь притормаживай, чтобы удалось остановить и ее! Давай, супергрузовик! Почти получилось! Ура! Ты остановил робота Матильду! Мы отвезем ее в гараж к Тому и починим. Пытаешься освободиться, доктор Зиг? Даже не думай об этом. Пора за решетку. Вот что получаешь, когда мешаешь полицейским работать. Эмбер, робот Эмбер, вы на дежурстве? О, нет. Кто-то поранился. Правильно, девочки. Робот Эмбер поможет плачущей машинке, а Эмбер пока отправится на вызов. Стойте, пострадавший доктор Зиг? Осторожно, робот Эмбер, это ловушка. О, нет. Доктор Зиг контролирует разум робота Эмбер. Берегись, супергрузовик! Доктор Зиг контролирует разум робота Эмбер! О, нет! Робот Эмбер толкнула Джона, и теперь он увяз в цементе! Что ж, разберемся с роботом Эмбер позже. Сначала освободим Джона из цемента. Отбойный молоток – то, что нужно, чтобы разбить цемент. Умница, супергрузовик! Джон снова на свободе! Что это было? Супергрузовик, скорее! Теперь в опасности Уолтер! Это робот Эмбер сделала? Тебе нужно остановить робота Эмбер, пока она не натворила еще больше бед. Ты что-то заметил, супергрузовик? Там доктор Зиг. И у него пульт управления роботом Эмбер. Супергрузовик, нужно сломать этот пульт управления, пока робот Эмбер не обидела других жителей города. Стой! Я не имел в виду врезаться в него, супергрузовик. Тормози, супергрузовик! Фух, ты действительно меня испугал. Я понял, ты просто хотел напугать доктора Зига, чтобы он выронил пульт. Отличный план, супергрузовик. О, нет. Что случилось с роботом Эмбер? Она потеряла контроль! Супергрузовик, нужно ее остановить!
Я думаю, в этот раз нужно воспользоваться СТ-3000. Хорошая идея. Ты сможешь остановить робота Эмбер с помощью буксировочного троса. В яблочко! А теперь притормози, чтобы остановить ее. Давай, супергрузовик, ты сможешь ее остановить. Вот это да! У тебя получилось, супергрузовик! Отвезем ее в мастерскую Тома, чтобы он ее починил. Пытаешься сбежать, доктор Зик? Даже не думай об этом. Что ж, Эмбер, хорошенько позаботься об этом пациенте. Похоже, доктор Зиг на своей шкуре отведал свои проказы. О, нет! Что-то случилось с колесом Марли. У тебя повреждена шина. Массимо установит тебе новую. Том отбуксирует тебя к нему в магазин. А где Массимо? Ты нужен Массимо, супергрузовик. Колеса, которые он вез, покатились по всей улице. О, нет! Это была новая поставка колес? Сделай что-нибудь, супергрузовик! Осторожно, супергрузовик! Не останавливайся, супергрузовик! Супергрузовик, сзади! Скорее с дороги, супергрузовик! О, нет! Супергрузовик, пора трансформироваться! Единорог спешит на помощь! Супергрузовик, останови колеса! Ого! Радужная дорога! Поберегись! Погодите, здесь только три колеса. Одного не хватает. Пора снова трансформироваться, супергрузовик. Джерри, берегись! Фух, главное, что ты не пострадал, Джерри. Ты собираешься его остановить? Ого, а вот и оно! Упс, так остановить колесо не получилось. Используй СТ-3000, скорее! Суперкран! Прекрасный выбор! Поймал! Отлично! Ты хочешь забросить его в магазин? Ребята, берегитесь! Фух, чуть не попало!
Марли наконец получит новые колеса. Спасибо, супергрузовик, ты снова всех спас. Привет, Массимо. Привет, супергрузовик. Супергрузовик, посмотри сюда. Я думаю, стоит разобраться, что там произошло. Давай, супергрузовик. Эмбер поехала туда. Привет, Эмбер. Супергрузовик, тебе нужно поехать вместе с ней, раз ей нужна твоя помощь. Ого, что здесь произошло? Тебе нужно помочь Эмбер. Всех нужно отвезти в больницу. Подумаешь, в кого стоит трансформироваться? Ага. Вот это да! Автовоз! Превосходная идея! Давай всех соберем, супергрузовик! Заезжайте, друзья! Два на борту и еще два на подходе. И все на месте! А теперь пора в больницу. Подождите-ка! Смотри, это Билли! И, похоже, ему тоже нужна помощь. Супергрузовик, сможешь придумать, как его перевернуть? Отличная идея. Посмотрим, сможет ли суперковш перевернуть Билли. Давай, супергрузовик. Раз, два, три. Тяни! Почти! Еще чуть-чуть, у тебя уже почти получилось, супергрузовик. Если ты ему поможешь, он точно сможет перевернуться. Давай еще раз. Раз, два, три. Тяни! Очень хорошо, ребята. Похоже, тебе уже лучше, Билли. Поезжай вместе с ними в больницу. Это еще что? Пробка? Нужно объехать ее, чтобы поскорее добраться в больницу. Есть идеи? Эмбер, ты что-то придумала? Так чего же вы ждете? Замечательная идея. Вперед! Поторопитесь! Осторожно! Откуда эти бочки? Если мы их не подвинем, то не сможем добраться в больницу. У тебя есть идея, Билли? Тогда вперед! Кажется, получается. Но почему бы тебе не помочь ему своим суперковшом? Вот это да! Как быстро вы убрали эти бочки! Давайте уже закончим путешествие. Все в порядке. Отличная работа, друзья. Чудесно! Теперь Эмбер позаботится о них. Привет, парни! Отличные цветные колпаки на ваших колесах. Вы дурачились, как будто вы модели. Ой-ой, кажется, кому-то нужна твоя помощь, Карл. Отправляйся-ка на базу. О нет, у нас дорожно-транспортное происшествие. Фонарный столб заблокировал перекресток. Там Эмбер, она выглядит обеспокоенной. Что-то не так с этой разноцветной машинкой?
Кажется, ей нехорошо. Она перегрелась на солнце. И с другой машиной то же самое. Карл, машинкам нужно помочь прямо сейчас. Поторопись. Ага. Гляди, какая тут пробка. Похоже, ты здесь не проедешь, Карл. Нужно попробовать объехать пробку по обочине. И здесь затор. Попробуй-ка с другой стороны. Осторожнее! Фух, это было опасно. Должен быть другой способ, супергрузовик. Ух ты! Суперпоезд! Не волнуйся, Матильда. Супергрузовик сейчас уберет этот фонарный столб. Попробуй-ка еще раз суперпоезд. Фонарный столб, кажется, застрял. Давай же, суперпоезд! Ты сделал это? Что не так, суперпоезд? Все машинки перегрелись. Эмбер, нужно помочь охладить их. Суперпоезд, используй-ка СТ-3000. Отличная мысль, суперпоезд. Прохладный душ освежит всех. Получается. Ты сделал это, суперпоезд! Спасибо за помощь! Новые колпаки! Ха, отличная награда за труды! Прекрасно выглядишь, Карл! Привет, Билли. Строишь новое здание? Oh.
Карл, Билли попал под трубы, и он не может выбраться. Ему нужно срочно помочь. Супергрузовик, время трансформироваться! Грузовик с клешнями! Билли, ты можешь сдержать чихание? Торопись, супергрузовик! Билли может чихнуть в любой момент! Супергрузовик, берегись! Используй СТ-3000! Отличная работа, Карл! Спасибо, супергрузовик, за твою помощь. До встречи, друзья. Привет, малыши. Вы ждете Лили, чтобы она отвезла вас в школу? Лили, должно быть, опаздывает из-за дождя. На дорогах может быть небезопасно. Пора отправляться в школу, малыши. Осторожнее, Лили, дороги мокрые и скользкие. Тебе нужно притормозить. Ха-ха! А малышам нравится такая езда. Будто на аттракционе. О, нет, осторожно, Лили! Большая лужа! О, нет! Передние колеса Лили застряли в камнях, и она не может выбраться. О, здесь супергрузовик. Помоги нам! Лили, нужно освободить колесо. Время трансформироваться. Грузовик-щекотка. Отличная идея. Оу, ты пытаешься вытащить Лили с помощью своих рук? Давай еще немного. О, нет, у Лили спустило колесо. Тебе нужно тянуть сильнее. У тебя получится. Осторожно, супергрузовик. Эти камни могут поранить тебя. Это слишком опасно. Нужно придумать что-то другое. Это опасная ситуация. Лучше сначала достать малышей и поскорее. Давайте, малыши-машинки. Все хорошо, у тебя получится, Берри. О, нет, Санни, тебе нужно выбраться оттуда. И побыстрее. Ура, малыши спасены. Но что делать с Лили?
Без малышей она стала легче. Давай поможем ей выбраться. Колесо Лили свободно! Ура! Но постойте, что это? Туннель рушится! Лили, берегись! О, нет! Лили замурована стеной из камней в туннеле! Ты можешь ее достать, супергрузовик? Это не сработает. Что же теперь делать? Да, ты можешь воспользоваться СТ-3000. Потрясающе! Экскаваторный ковш точно справится. Да, Лили, держись! Супергрузовик вытащит тебя. Ага, похоже, у тебя появилась идея. О, ты пытаешься вытащить Лили через дыру в стене? Лили свободна! Лили не сможет отвезти малышей. Но как им теперь добраться до школы? Ага. Привет, Джейми. Вот и малыши, целые и здоровые.